Человек, который принимал участие в строительстве города и воспитывал первое поколение десногорцев, Нина Васильевна Попова, отметила юбилей. 15 июня ветерана педагогического труда торжественно поздравили в администрации города. Со школой ее связывает тесная и многолетняя дружба. Много лет она учила детей математике. И в день своего 80-летия ее снова окружают школьники. С благодарностью за жизнь, посвященную педагогике и детям, к Нине Васильевне обратились бывшие коллеги по 4-й школе и представители городской администрации. Нина Васильевна, ваши руки по строительству людей, их возведением из маленького чего-то такого неосязаемого, большое что-то хорошее, оно дало свои результаты. Спасибо вам большое за это. У вас с юбилеем. Спасибо. Всего вам самого лучшего. Доброго здоровья и продолжайте дальше нас радовать. Мы желаем вам крепкого здоровья, долгих, счастливых лет жизни, благополучия. Пусть больше будет радости и улыбок на жизненном пути. Постоянно окружает вас тепло и забота близких людей. Комплименты, цветы и подарки – попытка выразить признательность за многолетний добросовестный труд и неоценимый вклад в развитие культуры и образования. В свои годы Нина Васильевна – общественный активист, сторонник здорового образа жизни и мудрый советчик для коллег. Любую инициативу этой энергичной женщины в городе поддерживают и развивают. Большое спасибо за внимание к нам, ветеранам. Особенно большая благодарность профсоюзной организации, который вот на протяжении 11 лет помогает не только ветеранам нашей школы, но и ветеранам всего города, отдела образования. Спасибо вам большое. Внимание со стороны коллег и друзей, общение и встречи – важная часть жизни для Нины Васильевны. И по ее словам, время никогда не сможет этого изменить. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.